круглосуточно без выходных и праздников. Так свою работу выполняет служба скорой медицинской помощи. Именно она первой приходит на выручку больному. Работа велась в штатном режиме и выполнялась в полном объеме. Обслуживались все поступающие звонки и отрабатывались все выезды. 30-31 декабря и до 8 января 2019 года отделением скорой помощи было оказано 394 вызова. Значит, было 155 экстренных, то есть жизнеугрожающих состояний, 12 травм различного рода, сложностей. Причины вызова неотложки банальны, но с особенностями праздничного периода. Пневмотиты, панкреатиты, холециститы и островирусные инфекции. Не обошлось, конечно, и без отравления алкоголем. При этом большая часть вызовов приходилась на сердечно-сосудистую патологию. Стоит отметить, что здесь Россия в целом не отстает от общемировой тенденции. Люди во всех странах страдают именно от болезней сердца и сосудов. Правда, в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний медленно, но снижается. За прошедший год она упала почти на 1%. Такая динамика соответствует уровню развитых стран. В целом праздники для Десногорской скорой помощи оказались спокойными. Всем обратившимся была оказана вся необходимая помощь. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Также не было случаев грубого отношения и к самим специалистам скорой помощи. От отделения скорой помощи хотелось бы для населения попросить, чтобы берегли свое здоровье, соответственно, своевременно вызывали скорую медицинскую помощь. Праздники прошли, и жизнь вошла в привычное русло. Но в будничных заботах важно прислушиваться к своему организму и не забывать. К вам готовы прийти на помощь. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.